ковбой. Нет, не ковбой. А кто? Я Саша. Я Саша. Нашел песню какую-то прямо. Эх, эх. Родители сегодня приедут в 8 вечера. Сашка печатает на работе. Быстро двумя руками. Чего? Смотрите, какие потолки бывают в офисах. Как во дворце. Вот какая красотища. Сашуля звонила, жалуется. Данте выгрыз угол у дивана. Ну а что, да, собаки такие щенки. Я вон смотрела Ларису Табашникову. У нее много собак, много, я не знаю, штук 10, наверное. Это от маленьких до больших. У нее такая мебель хорошая. И тоже сгрызли углы. Ну что делать? Доль такая родителей собак. Ну что, мои дорогие, а я второй день не хожу никуда, дома сижу с Сашкой. Поэтому и снимать-то и нечего, собственно говоря. Только то, что дома происходит. Жду, Макарик должен прийти, сделать мне, чтобы я могла заставочку-то. Не знаю, придет сегодня, не придет. Ну, родители приедут в 8 вечера. Вот сейчас Сашу покормила, спать положила. Сама полы помою. Так тащится песок на первом этаже. Ну, это просто. Еще Гриша такой неаккуратный. Прошу же его, говорю, ставь обувь на коврик. Нет, он, господи. Ну, подростки, вот что говорить-то. Вот так вот, мои дорогие. Ну вот, сама в магазин не пошла, отправила Гришу. И его нет уже 40 минут. Но спрашивается, тут идти 5 минут до этой пятерочки. Вот где он есть? Телефон дома. Он поставил швабру, пылесос. Сейчас начну разбираться. Куда он пропал? Что хочешь, то и думай. Ой, боже ж ты мой, эти дети. Ой. Немножко так отвалилась на диване. Че, крутишься, как белка в колесе. Да, вот в Черноморском я. Встану утром, позавтракаю, села чего-нибудь делать и делаю себе. Бывает, очухаюсь, уже вечер на дворе. Помыта у меня посуда, не помыта. А тут нет, такой не прокатит. Ой. Да, девчонки, привыкаешь вот одна жить. Совсем все по-другому. Все по-другому. А тут крутишься целый день. Что-то делаешь, и сделанного не видно. Потому что только уберешь игрушки, они потом раз, все раскидают. Только вроде посуду помоется, посуда. Смотришь, опять там 5 кружек грязных стоят. Откуда что берется, не знаю. Песок этот волокется. Ну, просто невозможно.
В общем, не знаю, стирка каждый день. Да, отвыкла, Люба, отвыкла от такой жизни, отвыкла. Да я там живу, все у меня на расстоянии. Переживаешь, конечно, но все равно все на расстоянии как-то. А тут ушел, пропал, переживаешь. Вот надо цветы опять полить. Тепло дома, Таня. Быстро сохнет все это дело. Ну ладно, скоро вернусь в Черноморск. Ой, так хочется делать, делать, делать. Прям хочется. Ой. Куда ты пропал? Я уже вся испереживалась. Нет, просто как это? Я сначала не мог там понять, надо вешать яблоки, нет. Потом как хлеб купить, а потом еще шапку потерял, не нашел. Господи! Еще я встретил трех своих учителя в одном месте. Я уже думаю, куда пропал? Что случилось? Столько времени. Парень выспался у меня и сел читать. Я ему две книжки прочитала, он дальше сам читает. Ой, а я вымыла полы, отодвинула вот этот диван, представляете? Я его каждый раз отодвигаю, мою там под ним. Зараза, он не на колесах, такой тяжеленный. Ой, зато чего я только не нашла там под ним. Надо его пропылесосить еще. На нем пыль всякая, крошки какие-то собираются. Ой, ну уже прям устала. О, вот перчатку нашла под диваном. Ой. Что это за книжка еще одна? Три кота. Три кота. Детский журнал такой. Ну что, читать будем? Опять. А, тут читать нечего, да? Тут одни картинки только. А тоже написано. Три кота написано. А почему написано? Ну, чё, почему? Видел кто-то. Ага. Творожные палочки, спрашиваете в магазинах. Реклама кругом, господи. Какие раньше журналы были, да? Вот Мурзилка, веселые картинки. А тут везде реклама. Фу, фу, не нравится. Чего? Это шоколадки. Не шоколадки, это творожные палочки, а не шоколадки. Парень ждет, родители обещали привезти большое яйцо ему. Киндер ждет. Ничего, подожди, осталось 4 часа. Сейчас они уже полетят скоро. Видео, что тут написано. Где? Вот это. Ну, тут много чего написано. Конкурсы, игра, авиапочта, рассказ по мультфильму. Все о воздухе, играем с невидимкой. Учимся фантазировать. В общем, всяко-разно. Ой, ну ладно. Так, чего мне еще сделать-то надо? Вроде больше ничего. Да? Да. Да? Да. Скажи, бабушка все сделала? Сделала бабушка. Молодец, бабушка? Молодец. Прям молодец, молодец? А кто бабушку поцелует? Поцелуешь бабушку? В СДЭКа я не поехала, потому что... Сашу оставить не с кем. Гриш пришел со школы, магазин сбегал и уехал в гости к другу. Ну, ладно. Я же не завтра уезжаю-то. Просто тащить с собой сумку здоровую не хочется, правда? Правда. Правда. Конечно. А тем более, если на самолет. Ой, это надо багаж, это таскать это с собой. Неохота, правда? Правда. Вот.